Так, ребят, нашел я тайную комнату. Всем привет, в общем. Алоха, хероха, так, надеваю я... Господи, не то, надеваю я этот... Выбросить. Надеваю я экзоскелет в жопу. Нашел я вот этот экзоскелетик, слава богу. Сохраняемся, идем дальше. Радиация просто не щадит, иди ничего. Ко мне. Иду, иду. Ты обретешь. А хотя я не к тебе иду. Заслуживаешь. Ай, сейчас эти твари будут ко мне идти. Нахера я это сделал. Дверь. Тебя не учили за собой закрывать двери? Да, хочу в другую локацию. Так, ну что, пошла жара у нас снова. Ой, радиация, радиация. Вроде снижается, можно артефакт надевать. Слава богу. Хотя не, подожди. Пускай она полностью снизится. Давай, давай, снижайся. Подождите, не кричите. Ага, все. Сохраняемся. Так, ну что, мы попали в какое-то тайное секретное логово. В котором, я чувствую, будет жопа. Ну да. Блин, там эти с гауссами, падлы. Ох ты, я как... Да, а как вас тут застреливать-то? Так, а на чем стреляет Фэнк? Ну-ка. Подожди. А, давайте тогда сменим уже вооружение. Так, ушки, ну где, где еще там стреляют? Со всех сторон пулят, я боюсь даже выходить уже. Бля. Ух, студент, студент Митя. Лучше бы ты учился в университете, чем тут разгуливал. Ну куда вот они опять... Почему я не могу его задеть? Блин, аж страшно даже. Пошел нахер. Да ё-моё. Так. Да что ж такое-то? Что-то вас до хера, ребятки. Вы это не находите? Конечно, место уютно, ничего не скажу. Вот монолитцы, вот живут люди, а? Нет бы... Могли бы найти себе нормальное местечко, а нет, в ЧС, блин. Честно, вообще никого не должно быть. Ну, кроме рабочих, которые саркофаг строят. А вы мешаете процессу.
папа. Нахрена эти пистолеты собирают? Ну блин, ну идите нахер эти. Вы сами прячетесь, заразы, бывает. Вас хер найдешь иногда. Ох, вот не стыдно вам против одного. Давайте на один, что ли. И там еще где-то стреляют. У меня так экзоскелет в руке. Падла. Кровать. Так, честно говоря, я уже подустал немножко от сталкера. Записываю уже вторую серию подряд. Вам-то, конечно, будет удобнее смотреть. Вы же будете смотреть там с каким-то перерывом. Но я сейчас все подряд пишу, пишу. Все ради вас. Тут нужна фенка. Какие метки, а? Ну что ж такое-то? Ох, сейчас патрон только потрачу на них всех. Так. Ну, дома не убьют. Я надеюсь. Так, сохраняемся. Вот это уже херово. Снова сохраняемся. Еще раз сохраняемся. Не знаю, вот почему, вот, ребятки, я вообще без понятия, но почему-то под конец сталкера вообще нечего комментировать. Может быть, у меня же все слова кончились, потому что прохождение действительно вышло огромным просто. Фу. Сколько у нас там частей получилось? Нормальное такое количество. Жалко, что в экзоскелете вообще бегать нельзя. Он хоть и хорош собой, хотя, честно говоря, средний. Ну, вроде как защищает. Более-менее. А вот почему-то на них он вообще, кажется, не пробил. Опа. Еще один экзоскелет. Возьми экзоскелет. О. Новенький. Этот старенький. Этот выбросим. Ух ты, я уже загружен полностью. Ну, некоторые вещи мне нужны. Так, может пистолет нахер выбросить? Конечно, рискованно, но ладно, выброшу. Пофигу. Разрядить главное дело и выбросить. 53, значит, что еще можно? Можно еще. Энергетика все равно. Все равно не бесполезные стали. Все, я заряженный. Накупил столько энергетиков, а смысла от них стало. Потому что у меня персонаж не бегает. Не прыгает. Хотя прыгать он вроде может. Ну да, прыгать он может. Зато бегать не может. Парадокс. Так, что это было тут? Какая-то потайная дверь, что ли, тут?
Вообще, 8 человек. Да, никого нету. 8 человек есть. Нет, не врите. Еще костюм. Мне костюм, я экзоскелет оставлю, пожалуй. Все равно вроде он получше защищает, чем эти стандартные брелки. Брелки даже, можно сказать. 7 человек осталось. Возьму грозу. В начале мая. Хотя уже июнь. Ты. Нормально. Я офигею. Ах ты! Не уследил за жизнями. Это ведь еще ничего, это еще нормальные бои, а вот то, что ждет дальше, это просто вообще унижение. Унижение надо мной, хватит стрелять, ты меня перебиваешь. Скотина. Выходи еще. Ну. Где еще? 3 человека еще. Научные аптечки, кстати, очень полезны. Они еще от радиации спасают. Если б не они, я там уже, наверное, сдох. В том саркофаге внизу. Здесь пока что живем. Тут ничего нажимать не надо. Не надо. А вот тебя убить надо. Так, осталось всего 2. Славьте господи. Да куда ты набрал говна разного, а? Выбрасывай. Мне его нужно было обыскать. А не говно всякое собирать. Так, у меня хлебушек. Вот так сделал тогда. И вот оно. Расстреливаем. Блин, да не трясись ты. Ай, хорош трясись. Все, понеслась, зашибем. Один остался. Скорее всего, монолитес это вот рабы всех ученых, которые все это создали. Просто засунули людей и начали зомбировать их под этим исполнителем желаний. Вот оно, что мне кажется. Так, скорее всего, оно и есть. Да хорош, да бляха-муха. Вон там еще. Да похрен этот план желаний, он... Мы уже показали концовочку. Точнее, я показал. Я же записываю. Здравствуй, Стрелок. Я вижу, у тебя ко мне много вопросов. Да хрена просто. Задавай их, а потом мы решим, что с тобой делать. Кто вы? Мы осознание. Группа исследователей, которые поставили перед собой цель изменить мир. Известно, что Землю окружает особое информационное поле – ноосфера. Она тесно связана со всеми разумными существами на планете и хранит все их мысленные образы. Мы решили подключиться к ноосфере и внести в нее изменения, убрав все темное, что породило человечество, сделать мир идеальным. Ни один человеческий разум не обладает достаточной мощью, чтобы взаимодействовать с ноосферой. Вот ты что, не человек, поэтому что ли? Мы объединили наше сознание. Ты не человек или кто? Ты не так не объяснил, кто ты вообще? Ты
муть начал нести, какую-то СРНТВ муть придумал и начал нести. Что такое зона, почему она возникла? Зона — это результат вышедшего из-под контроля эксперимента с ноосферой, информационным полем Земли. Так, не давай... к ноосфере, чтобы исследовать возможность влиять на нее. Однако во время эксперимента произошел пробой, и энергия ноосферы хлынула на Землю, меняя все вокруг. Так образовалась аномалия, которую вы называете зоной. Так, не это, не морочь мне голову. Зона образовалась 12 апреля 1986 года, когда Чернобыльская атомная электростанция взорвался в ней четвертый энергоблок. В результате чего высвободилось огромное количество радиоактивных веществ и образовалась зона. Так что не говори мне тут, я все знаю. Ты мне какую-то муть несешь неправду. Так, что со мной... Так, что со мной произошло вообще? Ты выпавший из механизма винтик. Во время одного из походов к центру зоны ты слишком близко подобрался к нам. Наша защита от проникновения считалась совершенной, но тебе удалось найти путь, о существовании которого мы не подозревали. Допустить, чтобы нашу тайну узнал кто-либо еще, мы не могли. Человечество пока не готово узнать правду о причинах появления зоны. Поэтому мы немедленно стали кодировать наших агентов на твое уничтожение. По невыясненной причине оборудование дало сбой, и мы не заметили, что ты сам оказался в числе сталкеров, которые попали под наш контроль. В результате ты получил задание убить самого себя. Хм, как интересно. Вот оно что, а? То есть вы прислали мне сообщение, чтобы я убил сам себя. Замечательный вообще. Что значит татуировка «Сталкер»? «Сталкер» — это название программы по кодированию человека на выполнение определенных задач. На подходах к центру зоны мы расположили несколько ПСИ-установок. Самая крупная из них известна вам как «Выжигатель мозгов». Все, кто пытается пройти к центру зоны, попадают под наш контроль. Затем они проходят кодирование, становятся нашими агентами и получают татуировку «Сталкер». Рассылая их по зоне, мы влияем на ход событий и обеспечиваем свою безопасность. Все, кабзец вашей безопасности. Я уж все отключил, там всех перебил, кого можно. Так, что такое грузовики смерти? Это транспорт, которым мы доставляем наших агентов в разные части зоны. Агенты внедряются в среду сталкеров и выполняют задачи, на которые они были запрограммированы, даже не подозревая об этом. К сожалению, более половины агентов при транспортировке погибают, так как зона очень нестабильна. Почему все произошло именно здесь? Чернобыльская АЭС была наиболее подходящим местом для наших экспериментов. Во-первых, после аварии 1986 года здесь осталось очень мало людей, поэтому мы могли работать без опаски. Во-вторых, станция обеспечивала нас энергией, необходимой для работы установок. В-третьих, рядом со станцией находились мощные антенны, которые использовались в экспериментах по воздействию на сознание людей. А вот катастрофа-то 86-го года тоже ваша работа, а? Нет, мы здесь ни при чем. Наш эксперимент начался уже после аварии на Чернобыльской АЭС. Ну и что дальше? Что будет дальше, зависит от тебя. Зона медленно, но неуклонно растет. Наших сил едва хватает на то, чтобы сдерживать поток энергии ноосферы. Ты можешь присоединиться к нам. Наши силы возрастут, и, возможно, мы сумеем взять его под контроль. Ты можешь уничтожить нас. Тогда энергия ноосферы беспрепятственно потечет в зону. И к чему это приведет, неизвестно. Так, ну вот, одна из концовок сейчас будет у нас, это я согласен присоединиться к осознанию. Я буду с вами, друганы инопланетяне, или кто вы там. Давайте, присоединяйте меня. Давно я стрелка не видел. Неужели он погиб? Нет, этого не может быть. Он из любой передряги выберется.
С ним все в порядке. Ну что, пойдем? Идем, пора обедать. Я знаю, это для тебя важнее, чем судьба старого друга. Вот так вот. Значит, у нас меченый присоединился к осознанию. В итоге он стал одним из избранных этих тех самых полулюдей, полуинопланетян, или хер знает, кто они такие. И теперь контролирует, собственно говоря, ЧС, все окрестности, всех тех, кто попал под излучение. Теперь он будет одним из таких поводырей человечества в зоне. И будет преследовать какую-то некую цель, которую поставили ему более высшие силы. Я не знаю, что я несу, но я думаю, что именно так и все будет. Но мы с вами еще одну концовочку хотим посмотреть. Не зря же я там говорил, что мы будем три концовки смотреть. Две уже мы посмотрели. Осталась третья. Так, загружаемся. Зависит от тебя. Зона медленно, но неуклонно растет. Наших сил едва хватает на то, чтобы сдерживать поток энергии ноосферы. Ты можешь присоединиться к нам. Наши силы возрастут, и, возможно, мы сумеем взять его под контроль. Ты можешь уничтожить нас. Тогда энергия ноосферы беспрепятственно потечет в зону. И к чему это приведет, неизвестно. Нет! Я отказываюсь присоединиться к вам, вы твари, вы какие-то там управители, я не хочу быть под вами, я должен быть выше вас, я вас уничтожу. Вот так. Стреляться, причем будет очень сложно, насколько я помню. Так, сохраняемся. И радиация, знакомая радиация, ну как же без нее-то етить, колотить. Мне вообще куда идти-то надо? Найти стрелка. Нашел я уже сам себе. Что ж, игра пром. Так, куда я иду? Все забыл. Вот все забыл, а? Честь-то большая. Ох ты. Ох-хо-хо-хо-хо. Нахрена ты бинокль взял? А, вон там портал, отлично. Сохраняемся. Что-то явно тут неспокойно сейчас будет. Сейчас вылезут твари. А, нет, портал. Просто портал. Конечно. Сука, маги такие. Осознание. Дурацкое. Я сказал, что вас я уничтожу. Значит, я вас уничтожу. Последний бой, как говорится, он трудный самый. Как пелось в одной из песен коммунистических военных лет Второй мировой войны. Так, а где трупы-то их? Я хотел собрать. Они исчезли, что ли? Бляха-муха, что ж такое-то? Ладно. Сами телепортируемся. Сохраняемся. И лезем вверх. Ух ты! Так, ну да, взять вот это. Попал. Подох. Попал и подох. Скотина. Так, еще где-то три человека стоят. Прячутся. Ну там генераторы, вырезанная локация. К сожалению, мне бы интересно было бы там походить. Так,
Так да хрена ты бинокль берешь? Вот зачем? Ух ты, ёп. Да ну вас. Полезу-ка я лучше наверх. Ногами просто, без рук. Почему бочка не взрывается? Что за беспределы? Ты вот нахера ты бинокль берешь, ты меня достал уже. Такая еще гробовая тишина какая-то, ни эмбиента, ничего нету. Только эти твари где-то кричат, свистят, пердят. Бочка, взрывайся. Ну, бочка. Сука, бочка. Да что за беспредел-то такой? Ни бочка, ни он. Так, сохраняемся. Отлично. Где этот с этой, с гаусс-пушкой человек? Два человека. Как мне эти бочки не нравятся, вот прям вообще не нравится. Где с гаусс-пушкой человек? А, ладно, он валяется. Не буду тратить на него патрон, пускай валяется. И он заслужил это. Все равно он зомбированный. Откуда? Как они сливаются хорошо. Тихо. Так, ну ладно, пока что держимся. Что-то я пока про сложный бой говорил, а что-то пока достаточно все легко. Сохраняемся. Идем дальше. Кстати, такой интересный факт. ЧС работала аж до 2000 года. Там остальные три энергоблока работали и питали какую-то там часть Украины. Потом ее отрубили. Потому что там что-то новое шли построили. Я аж не помню подробностей, но тот сам факт, что он работал до 2000 года, это очень странно, на мой взгляд, потому что там действительно, мне кажется, было напряженно находиться, там радиация все-таки должна быть какая-то. Ну, вот так вот, работала и работала. Сейчас телепортируются ублюдки по-любому. Кстати, напоминает очень сталкер этот. Клиарская, по-моему, вон там мы стояли, и тут отстреливали стрелка. Как раз же такие. Блин, я надеюсь, я никому не проспойлерил. Я в это очень надеюсь. Ну, блин, ну не трясись, камера, ну. Да что ж такое-то? Так. Один готов. Где второй? А, он третий бежит. Сохраняемся. Бочки не взрываются. Хотя это был тот же. Я думал, там третий прибежал на помощь. А нет. Кстати, немецкий автомат.
Немецкие автоматы вроде тоже хорошие, но тут что-то не особо решают. Так, медленно, потихонечку продвигаемся. Все хорошо. Только зашел и умер. Отлично вообще. Так, стоит, смотрите. Сохраняемся. О, как хорошо прям. Ух ты, а вот это плохо. Как он стреляет в бок и попадает в меня, это что за бред? Я офигею. Что за чудеса такие? Все. Опять они ходят. Оу! Где я? Где я? Бля, опять все трясется. Как меня это бесит. Саркофаги сложнее было намного, чем здесь. Почему мне запомнилось, что здесь очень сложно было? Может, потому что я неопытный был? Нахер его знает. Не знаю, если сейчас, конечно, затянется, то придется, наверное, на две части делить. Но я не хочу останавливать запись. Пускай уж запишется. Если что, напишу. To be continued. Как я это сделал с янтарем. Но мы верно и хорошо пока что идем и приближаемся к заветной цели, чтобы уничтожить это гребаное осознание, которое мы, собственно говоря, и шли уничтожать по моей цели. Но в итоге показали три концовочки. Пока что две показали. Так, а третья сейчас будет. Ух ты. Так, подожди, что это за говно? Это что, нет, это нормальные. Так, нет, эти вот мне не надо. Я гаусс-пушкой не хочу пользоваться. Что она меня не тянет. Не хочу я ей пользоваться. Ух ты, мы прям к трубе приближаемся. Той самой знаменитой, которую хотят, кстати, спилить. Чтобы саркофаг накрыть. Вообще, температура тут жестокая, наверное. О! Это откуда стреляют-то? Жестко. Просто жестко. Не мягко, а просто жестко. Самая труба. Бежит, бежит, смотри. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. Даже патроны тебе не жалко. Антирад возьму, пригодится. Сохраняемся. Идем дальше. Тихо. Сохраняемся, идем дальше. Такая вот тактика. Сохраняемся, идем дальше. Я представляю, если бы сталкер был по чекпоинтам. Я, наверное, бы сдох тут вообще бы. Опа. Снорк. Так, ну снорка ничего полезного не найдем, кроме его ноги. Так что смысл их обыскивать не знаю. Какой? Ой, зря. Быстрее бери фенку. Ой-ой-ой. Так, сохраняемся даже. Опа. Отлично. Не успел выстрелить, это прям очень хорошо, потому что если бы нас выстрелил, то мы бы, наверное, сразу же подохли. Ну, РПГ я не собираюсь брать, это очень глупо. С такой бандурой носиться.
Сохраняемся, идем. Был снорк, нет снорка. Опа-па. Откуда? Почему? Зачем? Не дело. Прыгаем. О, я думал, промахнулся, господи, я уж испугался. Так, а мы, собственно говоря, и недалеко переместились. Откуда? Вот откуда? Сзади. Снизу. Ох! Мать вашу, откуда? Ох. Вон, вот этого главное убить. Где он? Блин, я все... Ах. Тихо. И вон там еще человек. Хотя хер с ним. Я пошел дальше. Давайте эту фигню уроним вниз. Это, конечно, глупо. Уиу. Бам-бам-бам. Упала. Так. Откуда? Ух ты! Вот оно, жесткое место, вот оно. Точно. Блин, а пробежаться-то не получится. Давай. Куда тут идти-то надо? Вниз идти надо. Или вверх. Блях. Подожди, куда идти надо? Ой. О, а почему? Не понял, юмора, почему тут кровотечение началось? Ни с того, ни с сего. Так, ты меня задрал. Отлично, сохраняемся. Так, не сюда нам. Нам вот сюда. Кого вы постоянно целитесь? В какую-то пустоту. Это действительно очень странно. Так, а вы мне не предлагаете ли... вот мы чё, подожди. Получится так, ну-ка. Блин, тихо. Да что... Ах... Сейчас лучше перезагрузимся. Ну что ж ты такой непобедимый-то? Все. И откуда? Опа. Где-то рядом. Ага, вон где-то тут. Заклинил у меня, погоди, не стреляй. Отлично. Еще где-то один даже есть тут. Бляха-муха, да что ж такое-то? Ладно. Опа, сохраняемся. Получилось. Ой. Ай, получилось, смотри. Ух, как хорошо. Бежим отсюда. Какая огромная труба. Ух ты. А вот и главная гвардия. Что бы я делал без снайперского прицела, я не знаю.
там минус один было, это хорошо. Видимо, было критическое попадание. А вот в тебя бы критически попасть бы. Это было бы тоже отлично бы. Но ты что-то не подыхаешь. Скотина, а. И прячется, главное дело. Ой, он телепортировался. А куда? Хм. Как интересно. И снова. И снова. И туда-сюда, туда-сюда. Вау. А вон он. Да ты смотри, он... А, все, упал. Антирад возьму. Хотя, антирадов уже до хера. В принципе, я думаю, уже чуть-чуть осталось. Не, битвы относительно даже легкие. Что меня, собственно говоря, радует. На. На, не мучайся. Так, у тебя херня какая-то, да? У него только колбаса. Ух ты, вот они. Ну это не те генераторы все равно. Та вырезанная локация была намного лучше. Так. Ух ты, как мы уже долго идем тут. По-любому придется злить, наверное. Ну чё, мужик сам меня стрелять начал? Мы бы с тобой, если бы мы с тобой договорились, то думаю, мы бы нормально с тобой там подружились бы, хер знает, что мы с тобой там, бы там, не знаю, выпили бы с тобой, посидели бы, поговорили о жизни монолитовской. Ух, тут как все запущено-то, ё-моё. Сейчас они явно тут появятся. Получи. Погоди. Так. Откуда? Сзади, что ли? А. Блин. Сука, подожди. Ух ты, ёб твою мать! Да что же это такое-то? Коробки сами летают. Чудеса прям. И главное так резко. Меченый. О! А! Какого черта? Здорово. Круто. Меченый, какого черта? Сидорович, Сидорович, привет. Ой, Сидорович, ух ты. Прям порадовал меня Сидорович. Меченый, какого черта ты тут делаешь? Ну нет, Сидорович. У нас там обосрался. По-любому. Так. Меня зажали в угол. Это позорно. Сохраняемся.
куда? Вода. Земля, воздух. Так, мне сюда, да? Хорошо. Это еще не конец. Ну что это было такое? Так, сохраняемся. Ой, там этот гаут. Кто там это? Пригнулся, что ли? Или упал? Тихо. Вон он. Да что ж такое-то? Да, не все так просто, как хотелось бы. Кто там опять сзади дышит натужно так? Ой. Да, ну не трясись, камера, блин. Ну все, я его потерял из виду, отлично. Как мне наверх подняться? 6 штук. Вот это вентиль, как его крутить-то? Да, там человек 10 надо, чтобы его крутить. Ох ты! Отлично. Ой-ой-ой. Не, тишина, конечно, гробовая, это просто жесть. Так, надо уже бы кончать бы уже. Подожди, не стреляйте. А может, ну нахер? Получится уйти от них. Тут вон портал уже. Давай. Мать. Есть. Успел. Ох ты! Конец.
не знаю, правильно я поступил или нет. И, наверное, никогда не узнаю. Но я сделал выбор. Надеюсь, он был верным. Так вот. Открыли мы с вами самую хорошую концовочку. И, собственно говоря, сталкер он и есть сталкер. Вот. Отлично, конечно, опять вспомнилось все это. Давно уже не играл в Shadow of Chernobyl. И вот появилась такая возможность и даже на запись. Да, конечно, потрепал мои нервы сталкер, потрепал. Но в целом, даже прикольно. Отличная игра. Отличная игра просто. В общем, я не знаю, что сказать, потому что я уже просто утомился, уже даже, по-моему, две-три серии подряд, я не знаю, как там получится, делить не буду. Вот, значит, так что вот ставьте лайки, оставляйте комментарии, всем удачи и до новых встреч. Алоха, сталкерам всем и подписчикам, и всем, кому понравилось. Всем пока.